Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Для вас были давайте. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. На то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией опоры. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Для вас были давайте. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. На то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без... Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Для вас были давайте. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. На то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без... Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Атака остановлена, но кто получит мяч? Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Атака остановлена, но кто получит мяч? Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Атака остановлена, но кто получит мяч? Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Для вас были давайте. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. На то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без... Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Для вас были давайте. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю.
Всем привет, кто проводит свое время.